Сегодня истекает срок, до которого Верховная Рада Украины должна была утвердить границы отдельных районов Донбасса, где в соответствии с минскими договоренностями от 14 февраля вводится особый режим местного самоуправления. В Киеве заверяют, что соответствующий документ будет принят, но позже. Своевременному подписанию помешали технические причины. По сообщениям СМИ, голосование по вопросу об особом статусе территории Донбасса состоится в Верховной Раде уже 17 или 18 марта. Совет национальной безопасности и обороны Украины еще 12 марта определил границы отдельных районов Донбасса, где вводится особый порядок местного самоуправления. В СНБО пояснили, что изменения не коснулись территорий, контролируемых армией Новороссии после подписания Минских договоренностей 19 сентября 2014 года. Документ был отправлен на утверждение в Верховную Раду.